это и есть электронные образовательные ресурсы нового поколения. Вот это пришло по интернету. Лабораторную работу можно сделать дома. И домашнее задание по химии – это не формулы писать, а сделать лабораторную работу. То, что раньше можно было сделать только в классе. Система электронных модулей – это, по сути, тот же учебник, только каждая глава в нем существует отдельно от других. Их можно менять местами, изучать в разном порядке, заменять устаревшие части на новые и загружать из сети одну главу гораздо проще и быстрее, чем целый учебник. Разработчики учли особенности скоростей российского интернета. Эта программа мне понравилась. Я считаю, что она очень удобна для образования. Мне понравилась химия и история. Биология и математика. А химия там просто не надо особых инструментов. Она интереснее, чем читать книги и учить их. Просто открыл компьютер еще в лаборатории на столе. Там очень красивая графика, ролики. Она анимированная и легче запоминается, чем обычные какие-то нецветные учебники. Да, мне очень понравилось. Я считаю, что это удобно и на пути к компьютерному образованию, я считаю, что это не за горами, это очень большой шаг. Дает много новых возможностей. Можно как бы подтянуть свои знания. Потому что это намного проще. Программа очень простая, все удобно, все видно, все находится на своем месте. Я, наверное, изучу эту программу поближе и буду использовать ее как одновременно школьные занятия, да, ее. Это улучшит возможность восприятия. В ней как бы больше всяких картинок, анимаций. Объективно показывает уровень знаний. Сельская школа под Хабаровском к интернету подключена по обычной телефонной линии, но технических проблем скачать и установить программу не было. Учителя говорят, объяснять на пальцах больше не их метод. Это вносит какую-то новизну, востребовано временем, и современные дети эти моменты урока обожают. Варианты контроля достаточно интересные детям. И быстро получается результат, и, в общем, довольно-таки все наглядно. Электронные образовательные ресурсы очень актуальны на сегодняшний день, так как они во многом помогают учителю. Дает возможность по-новому организовать уроки, учебный процесс, по-новому готовиться самому к этим урокам, готовить учеников, производить контроль. Открытые образовательные модульные мультимедийные системы, я считаю, являются отличным помощником для учителя. Их внедрение в образовательную программу – это просто супер, здорово. Для педагога он интересен тем, что можно проводить контроль и обучение по разным аспектам. Расскажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне попробовать, и я научусь. Вот это вот как раз электронные образовательные ресурсы как раз дают, наверное, такую возможность попробовать и научиться. Я думаю, что за ними будущее.